Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. И с вами снова Марлена С. Ну что, ребят, соскучились по мне? А я по вам очень-очень-очень. Итак, мои хорошие, сегодня мы кушаем вот такую тарелочку с лапшой. Это фунчоза с курицей и всякими там овощами. Дальше. Вот такой десерт в бокале. Это творожный десерт, такой творожный мусс. И пить я буду чай с лимончиком зеленый. Ну что, ребят, давайте начинать. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Поехали! Взяла палочки. Посмотрим, насколько удобно будет. Ну и, конечно, красная помада как раз идеально сюда подойдет. Конечно. Заодно и проверю стойкость ее. Да, очень вкусно, ребят. Я знаю, вы волновались, вы переживали за меня. Я все это прекрасно знаю. Простите, что так вот исчезла. Просто я болела, но не тем, чем вы подумали. Болела и не было возможности снимать. Вот за что не люблю лапшу, что ее никогда невозможно нормально, аккуратно покушать. Ребят, если будет шум, извините, пожалуйста, у меня у соседей идет ремонт, они там что-то делают, что-то пылесосят, в общем. В общем, если будет шумно, простите, пожалуйста. Вы не представляете, как я по вам соскучилась. Каждый день думала, ну вот сегодня сниму, и не получалось. Я так расстраивалась. Ну, как видите, сейчас со мной все хорошо, все отлично. Настроение бодренькое. Спасибо вам за ваши теплые слова, за то, что переживали. Мне это действительно очень приятно. Помидорка. Готовила я все сама. Да, сегодня я с прямыми волосами решила выпрямиться. Пускай будет что-то новенькое.
Расскажите, как ваши дела? Как ваши дни на самоизоляции проходят? Мне кажется, сейчас вся страна потихонечку сходит с ума, сидя дома. У нас теперь выход в город только по пропускам. А этот пропуск еще получить надо. В общем, весело. Ребят, сейчас хочу передать привет. Шихмирза Гафуров, привет тебе большой. Спасибо большое за твою поддержку, за то, что ты меня смотришь с самого-самого начала. Мне это очень приятно, и я это ценю. Спасибо. Сейчас зачитаю немного комментариев. Я думаю, вы не против. Итак, поехали. Шахмирза Гафуров. Марленочка, привет. Как дела? Как жизнь? Кстати, на том видео, где ты снимала мукбанг, 50 ролл набрала 16 тысяч просмотров. Это благодаря твоему целеустремлению. Так держать. Передай привет, пожалуйста, в следующем видео. Заранее спасибо. Привет уже передала. Спасибо тебе еще раз. Да, 16 тысяч я сама поверить не могу. Ребят, вот в чем секрет? Почему вам так нравится смотреть роллы? Вот вроде я стараюсь, готовлю там другие какие-то блюда, но они так не заходят, как роллы. А каждый раз кушать роллы я тоже не могу. Косичка. Вот неужели роллы прям такая супер популярная еда, что вы хотите смотреть только ее? Ну, как вам сказать, помадка-то уже все. Да, уже как-то не очень. Мейбелин не оправдал мои ожидания. Хотя эту помаду так все хвалили, что она стойкая, суперстойкая. Ладно. Итак, фунчоза здесь у меня с курочкой, с морковкой. Но я сначала потушила куриную грудку вместе с луком. Потом добавила туда морковочки. Специй много. Паприка, хмели-сунели, смесь перцев, чеснок. Потом перец болгарский. Потом саму фунчозу все перемешала и залила соевым соусом. Ребят, получилось мега вкусно.
И почему мне нравится фунчоза именно? Потому что она не калорийная. Так, следующий комментарий. Лола Балабола. Лолочка, привет тебе большой. Спасибо, что ты меня смотришь. Марлен, вы очень красивая девушка. Ваши истории очень интересные. Мне бы хотелось, чтобы вы чаще что-то нам рассказывали. У вас красиво построена речь, приятно слушать. Спасибо большое за комплимент. Ребят, ну вы напишите темы, на которые вам бы хотелось поговорить. В общем, пишите темы, на которые вы бы хотели поговорить, на которые хотели бы услышать мое мнение. Рассказывать-то я люблю, конечно. А, ребят, я еще хочу приготовить тортик низкокалорийный, типа ппшный. Напишите, было бы вам такое интересно. Ну вот, ребят, я объективно стараюсь не делать. Ну, когда это вкусно. Ну, это невозможно. Не делать. Все. Все, настало время десертика. Смотрите, какой красивенький. Значит, здесь немного творога, чуть-чуть молочка кокосового, клубника свежая и какао, и чуть-чуть меда. Я все это в блендере перемешала. Надеюсь, получилось вкусно. И сверху засыпала вот кокосовой стружкой. Сейчас попробую вам поближе показать. Видите? Прям с вашей стороны вот так возьму. Видно же? Ребята, это божественно. Вот какао здесь добавляет такой вкус шоколадный-шоколадный. Так, ребят, давайте следующий комментарий. Милена Аракелян. Миленочка, привет тебе большой. Спасибо, что смотришь. Привет, мне с каждым днем твои видео нравятся больше и больше. Ответь, пожалуйста, на мои вопросы. Когда у тебя день рождения? И что закрыто из-за у вас в городе? Ты когда-нибудь одевала линзы? Ты, как всегда, очень красивая. Заранее спасибо. Миленочка, спасибо за комплименты. Сейчас по порядку.
День рождения у меня 27 сентября. По знаку зодиака я весы, получается. Но я не верю во все эти гороскопы. Совместимость по гороскопам и так далее. Все фигня. Что закрыто из-за у вас в городе? Не произношу это слово, потому что YouTube сейчас блокирует все такие видео, где произносится это слово. Закрыто практически все. У нас работают только магазины продовольственные, там гипермаркеты и аптеки. И доставка всякой еды, продуктов. Ну и поликлиники, больницы. Хотя нашу районную поликлинику расформировали и сделали из нее больницу. Так, дальше. Ты когда-нибудь одевала линзы? Честно говоря, нет. Еще не было такого опыта, но я хотела, кстати, один момент. Вот вся эта канитель с самоизоляцией и карантином закончится. Я думаю, уже надо. Хочу купить себе линзы. Ой, ребята, мой сосед меня палит. Я сейчас у окошка сижу, и он вышел и тупо пялится на меня. Так смешно. Как там? Как там дзен поймать? Мне все равно, мне все равно. Реально очень вкусно. Это ж надо так пить, типа буковка М, все дела. Все, мои хорошие, подъела. Как видите, от помады хоть что-то осталось. Ну, чисто окантовочка. Но учитывая, что это была фунчоза, что это лапша, то, в принципе, она нормально справилась. Красные помады вообще редко найти, такие матовые, стойкие. Все, мои хорошие, всем огромное спасибо за внимание. Больше я пропадать не буду. Всем спасибо за теплые слова, за комментарии. Я вас очень-очень-очень-очень сильно люблю. Всем хорошего дня и отличного настроения. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.